В кадре кирши мы получили новинки. Сегодня у нас 5 ножей вместе, поскольку они одного сегмента. У них приблизительно одинаковая цена. Это что-то в районе 2-3 тысяч рублей. Даже ближе к 2,5 тысячам рублей. Несмотря на нынешний курс, а сегодня у нас 11-11-20. Мы покажем сразу все. Это новинки, которые пришли буквально вот в конце, нет, в начале ноября. Это Light E, Push Rod, Coilover, King Bolt и Husky. Давайте каждый извлечем из корпуса, примем в разложенное положение и будем больше, наверное, показывать, нежели осуществлять замеры, поскольку ролик сильно затянется, будем лишь демонстрировать. Ссылку обязательно дадим, мы их уже давно взвесили, все померили, и я думаю, так будет информативней. Все ножи, с одной стороны, они разные. Давайте каждый, наверное, извлечем в разложенное состояние приведем, и потом уже по каждому расскажем. Так вот, каждый можно рассматривать по отдельности своеобразно, но при этом каждый нож похож на, прежде всего, нож Керш. Вот вроде новинки, вроде что-то есть обновленное, но вот в каждом ноже, абсолютно в каждом, можно найти какой-то ранее изготовленный. Я не буду сейчас приводить там примеры, это будет очень долго, но вот абсолютно каждая модель что-то напоминает. Если берем вот эту модель, здесь по геометрии каждый, наверное, для себя увидит ту привычную там либо ZT-шку, либо какой-то там тщедушный Netrix, да. Вот это вот брюшко, конечно, компанию Kai, она прям выдает да нельзя. Вот. И я не думаю, что и в будущем это все будет как-то по геометрии, по дизайну далеко уходить. Лаунчи будут лаунчами своими, там Netrix'ы и Netrix'ы подобные будут все рядом где-то по геометрии. Ну, давайте будем уже, наверное, рассматривать каждую модель. Эта модель у нас термопластики с остальными лайнерами, без облегчения. В осевом везде, опять-таки, да, что нам говорит о общности каждого складня, это все ножи с ассистом. И вот берешь такой нож за 2500, и то с нынешним курсом, и вот он настолько тебя расслабляет, что потом берешь какой-то складень, даже дорогущий, и как-то рука начинает капризничать, поскольку здесь совершенно не нужно никакого применять усилия. Надавили, нож прям настолько выбрасывается эффектно и четко. Вот здесь, кстати, у нас видим шайбы из торопласта в осевом, что аж в руку даже отдает. И это, конечно, расслабляет. И это сильно балует. Эта модель полностью в черном цвете. Везде сталь 8 хром 13 мов китайского происхождения. 57-59 порог. Не буду давать ее четкий химический состав. Отличная нержавейка. Аналог ее это, наверное, ОС 8 японская. Ну а по России там все по-разному. 13-45 ее артикул. Он дублируется вот здесь вот на упаковке. И когда работаешь с такими ножами, конечно, перепутать их очень-очень тяжело. Эта модель у нас небольшим возвышением к острию. Тоже какой-то нож напоминает лично мне. Не буду говорить какой. Два шменька под правую-левую. Здесь у нас обработка по типу битбласт, хотя есть такая вот вблизи потертость. Везде маркировка Speed Safe, так называемый амбидекстер, право-лево. И добавок к тому, что даже идет вот этот вот плавник, он неплохо выпирает. Я не знаю, зачем, мне кажется, в таких ножах вот этот плавник можно делать абсолютно рудиментарным, каким-то незаметным, и
за счет ассиста они, конечно, выбрасываются очень эффектно. Удобен хвату. По качеству сборки, кстати, очень и очень хорошие. Нету никаких изъянов, все отцентровано. Ну, говорят, что со временем ассист может залипать. Ну, как говорится, никто не безупречен. Здесь модель уже полностью в металле. 1346 ее номер. Ну, здесь маркировка Made in China, маркировка стали. Полностью в Black Wash. Неплохая обработка рукояти. Это нержавейка. Здесь у нас бонки видим. Три, одна упорная. И фрейм. Фрейм, конечно, как всегда, надежен, мощен. Чем сильнее держим, тем надежнее он работает. И опять-таки, вот здесь также обратите внимание, все по сборке четко. Клипса, ну, вот этих ножей трех, она более-менее схожа. Ну и если брать последнюю, здесь у нас своеобразный клинок. То ли клип-поинт, кромка такая интересная, полукругом. Возвышается по обуху, при этом есть угол. Если был бы прямой, можно было бы сказать реверс там-то. Но здесь вот он такой своеобразный. Также железка 8 хром и 1380 его номер. И фреймлок и на ассисте. Что в осевом, здесь также у нас видим шайбы из торопласта. Кирши, как всегда, доступны. Кирши, как всегда, удобные, и кирши, как всегда, востребованы. Но определенно у этих моделей не будет какого-то бешеного спроса, поскольку в каждом бренде есть что-то свое, что-то интересное и выделяющееся. Конечно, это прежде всего у киршей там нетриксы, это нетриксы куперы, это всевозможные там дивиденды и блуры и утонченные лаунчи, автоматы лаунчи. Ну вот у нас сегодня пополнение бюджетных складней с ассистом. Как-то так, ссылку обязательно дадим на карточку, где будет все подробно, вплоть до сведения. Ну а надеюсь, были хоть как-то информативны. Всем спасибо и до новых встреч.